Da. Да. Так, господа, хочу вас поздравить. У нас есть заказчик, у нас есть заказ. Мы приступаем к съемкам. У нас есть 48 часов на съемки. Что мы будем снимать? Какие предложения? Что мы будем снимать? Сейчас. Так. Молодежь в Иерусалиме. Это большая тема, что какие предложения? Какие предложения? Ну, я, собственно говоря, вас и позвал, чтобы услышать ваши предложения. А где ты, какую молодежь ты предлагаешь снимать? И где? Так, ну, значит, Тали, ты берешь у нас оператора, идешь на миграцию Шарусим, проверьте, сколько поступило туда людей, молодежи, за последние сутки. Понятно. А что еще? Русская молодежь не только пьет. Она еще и курит. И учится, и работает. Так, ну давайте думать. Давайте дружно думать. Что у нас сейчас происходит? У нас сейчас забастовка в школах, правильно? Может, что молодежь делает в свое свободное время? Замечательная идея. Что за молодежь делает в свободное время? Есть молодежь, которая занимается спортом, которая занимается какие-то кружки. Музыка. Спорт, кружки. Кто у нас по спорту? Кто у нас по спорту? Кто у нас по спорту? По спорту у нас Лёха. А что у нас Лёха? Лёха у нас занимался джиу-джитсу. Ага, то есть единоборство. Ну, окей. Еще есть бенди. Так, а это что? Это экстремальный спорт. Катается на скейтбордах. В скейтборде. Ну, вроде бы все пока. Ну, и Яша танцует. Окей, танцы, скейтборд, восточное единоборство, в принципе, хорошая тема. Разовьем. Можно еще найти людей, которые играют где-то на каком-то инструменте. Можно поискать. Инструменты. Я уверен, что многие такие найдутся. Инструменты. А кто у нас играет? Кто-то играет на чем-то? Дима, у тебя есть? У меня есть пара знакомых, которые играют на гитарах, на барабанах. И что, они выступают где-то? Они не выступают, они пока просто записывают, делают рекординг разных песен. Окей. И можно будет прийти снять, когда они записываются? Нужно с ними поговорить. Поговори обязательно. Так, что у нас еще осталось? Культура, художники, что-то? Компьютеры, не знаю. Ну, я думаю, в принципе, все. У нас достаточно материала, чтобы снимать сюжет какой-нибудь. Окей, хорошо. Тогда, значит так, вы сейчас берете аппаратуру, выходите, обзваниваете друзей, быстренько накидываете мне сценарий, и чтобы духу вашего здесь не было через полчаса. На шетах, все на шетах. Ребят, у нас 48 часов. Все, давай, быстро. Давайте. Пошли. Что опять?